Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью. Очередное заседание по делу футболистов прошло сегодня в Москве. Какое именно наказание получат футболисты, известно будет позже. Добавлю, что обвинение попросило назначить фигурантам дела реальные сроки. Кокорину 1,5 года, Мамаеву 1 год и 5 месяцев колонии общего режима. Свою вину спортсмены признали частично. Напомню, 8 октября футболисты с приятелями избили водителя, ведущий Первого канала, сотрудника Минпромторга и генерального директора научного центра. 11 октября спортсменов арестовали. Больше полугода футболисты провели в СИЗО. И самая обсуждаемая спортивная новость сегодня – полуфинал Лиги чемпионов. Этой ночью английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл испанскую «Барселону» с разгромным счетом 4-0. Это был ответный матч. Первую игру англичане проиграли со счетом 3-0. В финал мог выйти только тот клуб, который забьет больше голов по сумме двух матчей. Другими словами, «Ливерпуль», чтобы выйти в финал во втором матче, должен был забить не меньше 3 голов одному из лучших клубов планеты. И забил 4. Добавлю, «Ливерпуль» – первый финалист этого сезона Лиги чемпионов УЕФА. Второй определится сегодня. За место в финале сыграют английский Тоттенхэм и голландский Аякс.